Один из самых узнаваемых брендов в истории медиаразвлечений 20th Century Fox официально прекратил свое существование. Компания Walt Disney объявила в начале недели, что устроит ребрендинг одной из своих телевизионных студий. Известно, что слова Century и Fox исчезнут из нового названия. Обновленная студия будет носить имя 20th Television. Напомним, что в прошлом году Disney закрыла сделку на 71 миллиард долларов по приобретению многих активов компании Fox. Хорошо известный логотип и заставка, на которой название студии освещается прожекторами, останутся прежними. Актуальный логотип и графика появятся в новых медиапроектах, начиная с этой осени. Disney исключает слово Fox из всех своих наименований, поскольку это может сбить с толку потребителей. Остальные активы Fox, такие как Fox Entertainment, Fox Sports и Fox News, являются частью корпорации Fox, которая не имеет никакого отношения к Disney. Компания также проведет ребрендинг других своих телевизионных студий, в числе которых ABC Studios и Fox 21. 20th Century Fox была создана в 1935 году в результате слияния 20th Century Pictures и Fox Films. Киностудия выпустила массу всемирно известных и кассовых фильмов в истории Голливуда. «Звездные войны», «Звуки музыки», «Крепкий орешек» и «Один дома» снимались в павильонах киногиганта. Логотипы и музыкальная тема заставки стали синонимами похода в кино для многих жителей планеты. Под эгидой 20th Century Fox Television вышли такие популярные шоу, как «Симпсоны» и «Американская семейка». Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Частные инвестиции 2020. Планы на осень. Познакомиться с результатами тех инвестиционных идей и решений, которые были озвучены ранее. Услышать прогнозы по курсам рубля и доллара, золоту и нефти. Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим сегодня при активных инвестициях. Выбрать свой стиль инвестиций до конца 2020 года. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Открытый инвестиционный вебинар Яна Арта на канале Finversia 22 августа в 18:00 по Москве.